Эльчонок, привет опять. Ну вот я сейчас катаюсь на электромобиле по Клайпеде. Отлично все происходит, очень нравится. Мы тут с тетей Машей, с Синтией тоже катаемся все вместе. Очень хорошо. Сейчас еще опробовал, как она едет. Очень так, знаешь, аккуратно, быстро разгоняется машинка там. Я там на плацу покатался, в университете была возможность. Очень быстро разгоняется. И где-то 100 километров на ней можно проехать. 100 километров. И всегда надо заряжать. Поэтому далеко не уедешь. Но, знаешь, это быстро как бы заряжается. Быстро, за 20 минут можно зарядить ее. Вот где-то здесь надо мне припарковаться. Клайпеда — красивый город. Съездили на Вкасу, посмотрели, как там. Надо будет с тобой туда съездить, как-нибудь, девчонок, туда тоже, потому что там реально очень красиво. И такой лес, такой густой, в нем столько деревьев много. Так интересно, можно гулять. Но море все-таки лучше у нас в Лиепае. Лучшего моря, конечно, не найдешь. Вот в Лиепае самое лучшее море, я тебе честно скажу, Элька. Вот. А так вообще Клайпеда — классный городок. Нам очень понравился. Вот. Ну пока. Да, еще потом запишу, как что. Пока пойду в ботанический сад. Там в ботаническом саду еще надо встретиться с ребятами по университету. То-то поделать, то-то подделать, поразговаривать. И потом все. Потом поеду домой, завтра к тебе. И увидимся, дай бог. Погуляем с тобой, моя девчоночка хорошая. Целую, пока.